представляет татами номер 2. Участница в белой стойке Далия Мулиашвили. Мастер спорта представляет Уральский федеральный округ Свердловской области. Первый тренер Щербинин Сергей Валерьевич. В данный момент тренируется по руководству Щербинина и Песни. Лучший спортивный результат. Первое место на Кубке Европы. И первое место на первенстве России 2017 и 2018 годов. Занимается дзюдо с 2006 года. Сапленко Синий сегодня. Харида Ривета, кандидат мастера спорта, представляет Северо-Кавказский федеральный округ Республики Северной Осетии Алания. Первый тренер Габараев Автомобиль Германии. В данный момент тренируется под руководством Габараева Автомобиля и Габараева Михайлова. И Геннадий Бочарова. Лучший спортивный результат чемпионата России 2018 год, третье место. Дзюдо занимается 2012 года. Арбитр данной встречи Наталья Центральная федеральная рота. Татами 2. Победа убежала в Данилу Уральский федеральный округ. Занимала первое место и стала категорией до 70 килограммов.